Обманывая себя, мы не можем жить. Жить мы можем, понимая только то, что это миг. Понимаете, если вас приглашают за стол, и там явство, и вам говорят, ты за этим столом будешь сидеть вечно, вы как себя почувствуете? Не, вставать не будешь, будут явства. Но так же и с жизнью. Вы приходите за стол, и вы наслаждаетесь ей. И вы уходите. Вопрос, ну, как вы провели это пиршество? Но при мысли, что вы никогда не умрете, вы тоскливо смотрите на бесконечную селедку под шубой. Вот, и постепенно сами превращаетесь в селедку под шубой. Ну, пожалуй, это самое главное по этой части.